Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Сергей Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия. О том, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего российского гиперзвукового оружия, рассказал министр обороны страны, генерал армии Сергей Шойгу. Продолжаются испытания нового оружия, в том числе и гиперзвукового, сообщил министр на коллегии военного ведомства. РИА Новости информируют, что на этой же коллегии рассматривался вопрос выполнения плана деятельности Северного флота в 2019-2025 годах. Напомним, что ранее главком ВМФ адмирал Евменов сообщал, что испытания новейшего гиперзвукового циркона проходят успешно и в соответствии с планами министерства. Он также отметил, что первым кораблем, который будет вооружен таким оружием, станет один из фрегатов ВМФ. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.